Пляж Святая Анна, или по-гречески Агия Анна, небольшой затерянный пляж, немножко песочка, но очень красивые камни для ныряния с маской. Подъезд к пляжу Агия Анна. Это вот дорога, которая идет с севера на юг. Смотрите внимательно карту. Здесь вот на этом повороте есть, скажем, начинается грунтовая дорога. Нет ни указателей, вообще ничего. Это единственный путь к пляжу Агия Анна. Можно проехать метров 200 и там припарковать машину. Спуска крутого нету. Хочу обратить ваше внимание, что это единственная дорога. Есть на карте, на картах две дороги еще, но они все закрыты, потому что эти дороги подъездные к виллам. То есть это единственная дорога на пляж Агия Анна. Так, некоторые машины паркуются здесь. И это выход к пляжу Агия Анна. Так, это дорога к пляжу Агия Анна. Мимо виллы. Ну, посмотрим, что там за пляж. Пляж. Так, пляж Агия Анна. На некоторых картах он почему-то называется Пивкари. Но это не так. Пляж совсем небольшой. Относятся в основном люди, которые вот в этом отеле отдыхают. Ну, в основном здесь камни и немножко песочка. Вода здесь не идеально чистая, остатки каких-то водорослей, ну, вначале песочек, потом какие-то камни под водой, достаточно мелко.